блокчейн для страхования рейсов. Французская страховая компания AXA запустила смарт-страхование задержки рейсов. Как сообщает CoinDesk, проект называется Fizzy. Ожидается, что инструмент, запущенный компанией, будет использоваться пассажирами, чей рейс задержали на 2 часа или более. Жан-Батист Мунье, представитель AXA, объяснил, что именно смарт-контракт будет решать, должны ли они возместить издержки страхователю и инициировать запрос оплаты в свою систему. Он также отметил, что нововведение увеличит доверие между страхователем и страховщиком, а в будущем они добавят опцию выплаты компенсации в эфире.